привет, ребята! И вы на канале Ирочка Инфо! И сегодня я снова снимаю видео вместе с моей двоюродной сестрой Бетти. Но прежде чем начать это видео, поставьте много-много лайков и подпишитесь на наши каналы Ирочка Инфо и Бетти Стар. Всем привет, ребята! Мама за кадром. Сегодня мама приготовила для Ирочки очень тяжелое и трудное испытание. Что? Да, это новое испытание, и оно связано со школой. Из рубрики Back to School? Ты права. Класс! В чем же состоит это испытание? Послушай, Ирочка, ты берешь Бетти, да, и идешь с ней по магазинам. У тебя сегодня будет новый манекен челлендж. Ты должна будешь найти манекен, обязательно, чтобы это была девочка, не мальчик. И должна будешь одеть Бетти. Даже Кеша согласен. Одеть Бетти точно так же, как и манекен одеть. Ничего себе, мама, ты фантазерша. И как мне? Как я справлюсь? Послушай, вещи должны быть точно-точно идентичны. Ты должна будешь подобрать размер точно-точно так же, как манекен. Бетти, ты готова стать манекеном? Да. Готова? Тогда погнали! Не будем терять ни одной минуты. Посмотрим, как вы справитесь. Все, мы пошли по магазинам. Я уже для Бетти подобрала одежду. Смотрите, какая она милашка. У нее такая же рубашечка, такая же просто идентичная юбочка. Ей очень сильно идет. А сейчас она должна будет повторить эмоцию того манекена и посмотрим, как, насколько будет похоже. Ну что, ты готова? Давай, повтори. Бетти сейчас похожа на Крипи. Бетти, Бетти, не пугай нас. Бетти, Бетти, ты чего? Бетти. Как вам понравился этот манекен челлендж? Бетти молодец! Она справилась так круто со своим заданием. Вы видели, как она классно сыграла роль манекена. Ну а я нашла для нее одежду. Если вам понравилось, то тогда поставьте много-много лайков. И поддержите нас своей подпиской. Подпишитесь на канал Ирочка Инфо и Бетти Стар. Всем пока-пока, ребята! Пока-пока!